территории посмотрим отсутствие недостатков уличной дорожной сети и, соответственно, транспортную площадку покажете мне, как у вас организована работа с детьми по профилактике дорожного движения. Да. А еще состояние учебных кабинетов, пищеблоков и спортзалов. В Одинцовском округе началась проверка образовательных учреждений перед началом учебного года. Межведомственная комиссия проинспектировала Захаровскую среднюю школу. У Александра Петровича всегда так чисто, хорошо, с задором, с огоньком. С огоньком, с задором. Поэтому, да нет, все хорошо, документы все в порядке, да, все в наличии. Также представители межведомственной комиссии осмотрели Захаровский дом культуры и детский сад номер 58 «Захаровская светлица». На всех объектах особое внимание уделяется вопросам безопасности. Подобные мероприятия важны перед началом учебного года, чтобы заранее исправить все недочеты. В наш комплекс входят 2 школы и 3 детских сада. Сегодня у нас объезд школ, великолепная погода. Конечно, это дело очень важное мероприятие, оно важно в 2 точек зрения. Первое, мы подчистили перышки, подготовились к новому учебному году еще лучше. И, конечно, коллектив получил ответную обратную связь. В преддверии нового учебного года в Одинцовском округе пройдет проверка всех образовательных учреждений, в их числе школы, детские сады, колледжи и центры дополнительного образования. Важно, чтобы 1 сентября дети пришли в удобные, современные, а главное, безопасные учебные заведения. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».